Здравствуйте! В этом видеоуроке рассмотрим тему, как создать новый канал на YouTube. Для того, чтобы создать свой канал, у вас должен быть зарегистрирован аккаунт Google. Если он у вас уже есть, то этот шаг по созданию его можно пропустить и продолжать смотреть видео с 3 минуты 56 секунды. На моем канале «Как создать аккаунт Google» есть отдельное видео. Ссылка вверху. Я буду рассказывать и показывать для тех, у кого ничего нет. Поэтому начнем с нуля. Запускаем браузер. Домашняя страница у меня Яндекс. Поэтому здесь в поисковике забиваем английскими буквами Google. Яндекс уже нам подал подсказку. Нажимаем. И вот нас перекидывает на такую страницу. Нажимаем в правом углу вот такой квадратик, состоявший из 9 маленьких квадратиков. Нажимаем. Аккаунт. Нажимаем. Нажимаем создать аккаунт Google. Здесь сразу меняем язык, к которому будет привязан наш аккаунт. Русский у меня в данном случае. В этих полях заполняем ранее записанное на листочке имя, фамилия и почта. Если это основной у нас аккаунт, то создаем на любую почту. А если это дополнительный аккаунт, то создаем его на другую почту. Потому что если YouTube заблокирует этот аккаунт, то все аккаунты, привязанные к данной почте, будут заблокированы. Поэтому будем внимательны. Каждый новый созданный аккаунт привязываем к новой почте. Подсказка уже есть. И заполняем здесь пароль. Пароль сразу пишем не менее с 8 символов, иначе не пройдет. Подтвердить тот же самый пароль пишем. Если мы сомневаемся в правильности написания пароля, то нажимаем на этот глазок, и у нас здесь высветятся цифры. Тот пароль, который мы его заполнили, чтобы они были одинаковы. Нажимаем «Далее». Здесь пишем свой номер телефона, которым будет привязан данный аккаунт. Нажимаем «Далее». На данный номер телефона, который мы заполнили, придет код подтверждения. Прописываем здесь код подтверждения. Подтвердить. Здесь можно записать свой резервный адрес почты. В этих местах заполняем дату и месяц рождения. Заполняем все вот эти клеточки. Все это заполнили и нажимаем «Далее». Нажимаем «Пропустить». Здесь лицензионные условия, которые Google нам предъявляет, принимаем. Теперь мы находимся на такой странице. И здесь пишут «Продолжить». И сразу показываю стрелку «Настройка аккаунта». Нажимаем здесь «Продолжить». И вот мы находимся на странице Google аккаунта. Все, аккаунт наш создан. После создания аккаунта Google можно приступать и к созданию YouTube-канала. Нажимаем справа вверху на квадратик приложения Google. А для тех, у кого уже был создан аккаунт Google, то найти это место входа на YouTube смотрим, как показано на 33 секунде этого видео. Здесь нажимаю на красный значок YouTube. Нас перекинуло на страницу YouTube. Справа вверху мы видим написано «Войти». Нажимаем на это слово «Войти». Теперь нажимаем на аватарку, которая в верхнем правом углу находится. Нажимаем «Мой канал». Здесь нажимаем «Создать канал». И нажимаем еще раз «Настроить вид канала». Все, канал на YouTube у нас создан. Теперь остается нам только оформить этот канал. До свидания.